Будем? Я группа истинно хороших учеб. Всем привет! Это я и моя доча. Вот мы сегодня испекли вот такой пирог. Вот смотрите, какой красивый получился. Прям такая прелесть. Ой, смотри. Ой, как красиво. Ой. Так, это с чем пирог у нас? С рисом и с яйцом. Так, это пирог с рисом и с яйцом. Значит, рецепт мы взяли вот из этой книги. Вот это, да? Вот. А, это пирог. С мясом и пряными травами. Мяса-то нет уже. Ты тесто взяла отсюда? А? Какой? Что ты смеешься? Это бы ты это... Я одно тесто вот отсюда взяла, какая разница, какая начинка. А, ну мы, значит, взяли отсюда тесто, а начинка неважно какая. Вот. В общем, вот это пироги. Вот. Что? Вот такая вот книжка. 155 рецептов наших бабушек. Румяная выпечка. Так, теперь давай разрезай. Посмотрим, что там внутри. В общем, ну пирог вот такой на вид очень даже красивый получился. Конечно, я же делала. Сейчас посмотрим, что внутри. Ты что смеешься? Ну, в общем, внутри должно было быть мясо, но мы положили яйца с рисом. Яйца, мясо долго делать. Вот. У нас и мяса нет. У нас там рагу лежит. Как нет? Есть. А, да, мясо есть. Только привезли, я уже забыла, что привезли мясо. Вот такой вот красивый получился. Еще даже не остыл. Ой-ой-ой, а как он его? А как надо? Как хочешь. Я уже освободилась, я с тобой разговариваю. А он снизу же испекся, да, как ты думаешь? Вообще тесто на, похоже, как это, как его, ну, что ты песочное, да? Тесто песочное, надо попробовать. Или должно это остыть? Я не хочу тишину. Как ты думаешь, он пропекся вниз? Я не хочу тишину слушать, я хочу тебя слушать. Сейчас мы попробуем. Короче. Вкусно? А? Я даже не хорошая. Я даже не вкусно? Да, да, вкусно, вкусно. У нас стоит должен, его горячим не едят. А, может, мы зря его горячим порезали?